Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн, Play Market, Fox, Silver, Kiss Me, Угабуга, All TV, Госдума, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет! Название вы уже поняли, что у нас сегодня будет экстремальная пила гоняться за нами. Я буду первый начинать, и в конце ролика будет куча пил и один выживший, поэтому с вас лайкосик, подписка и обязательно досмотрите ролик до конца. Спите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Это новая рубрика, и как будет происходить сам геймплей, я еще не знаю. Но сейчас будем тестировать. Я мочу с одного раза. Только я ударяю, и сразу true patient. Смотрите. Гонишь. Смотри, смотри. О, ладно, повезло, повезло. А, вы бесконечно прыгать не сможете, по 10 хп отнимается. Так, давайте будем высмакивать. Блин, такое управление немножко с задержкой небольшой. Эх ты. О, я могу по полу... Эй, смотри, смотри, смотри. Ну, эх ты, блин, повезло. Красавчик. Вот я разгоняюсь, и я его здесь жду. Ну что-то... Меня еще кидают в разные стороны. Блин, ну это весело. А я могу выровнять ее, или так и буду криво летать? Ладно. Так и будешь. Хорошо, я... ОЛТВ, я тебя сейчас убью, смотри. Ну-ка. Ах ты, блин. Ах ты, блин, ты знал, да, что я тебя так буду делать? Ну! Огурец вонючий. Да вы что гоните? Вы специально вниз падаете, чтобы его с него убить? Хорошо. Ну, огурец. Огурец, стоять! Кстати, я очень быстро летаю. Смотрите, я огурца сейчас замочу. А, нет, не могу. Тут какая-то красная кнопка. Не надо нажимать, я ее сам нажму. Ну блин, смотри, как мы с ним Тореадор играем. Не могу попасть по нему. Хорошо. Блин, что-то сложное. Ну вот полегче. Ну. Ах ты, жопа. Да блин, вы падаете вниз. Я так не знаю. Вот как можно выравнивать. Просто пол упирайтесь на контрил, и она опять ровно летает. Я пока потанцую немного. Я внимательно хочу почекать, где все. А все где у нас? Правильно, внизу. А я сейчас хочу сделать так, чтобы был нежданчик, чтобы вы не знали, где я, смотрите. Они не знают, где я сейчас. Я вот наблюдаю за Дэном. Дэнчик, последние твои слова. Вон он. Вот я. Ага, вот ты где, в домике, да? Нет. Ах ты, блин, да что ж я пружинил. Да, не иди туда. А кто ж? Она так управляется барахитом. Ничего, ничего. Сейчас главное первого убить. Когда уже будет две пилы, будет намного легче. Да блин, ну как? Между ног пролетело. Не ломай стены. Это я буду ломать все стены сам. Мы же арендовали это все. Нет, да. это не арендовано. А кто платить будет? Ты. В смысле? Старомысли. Не бей. Я буду убивать вас всех. Да блин, ну смотри, еще в чуть-чуть. Да блин, да что ж так? Тяжеловато, тяжеловато. Ах ты, то я тебе голову должен был срезать. Смотри, смотри, смотри. Ах ты, да что ж так? Да тяжело, пацаны. Ну не, я сейчас убью, надо притренироваться. Сейчас, я еще не выучил, как оно... Есть! Вначале тяжело управляется, но потом, когда ты уже немножко поиграешь, вот уже понятно, как оно управляется. Надо просто заранее нажимать лево-вправо. Знаете, в чем самая сложность? Вы непредсказуемо бегаете, хайте. Один улетел за карту. Ах ты, говно, не улетел. Хорошо, хорошо. Я думал, ты за карту улетел. Обрадовался, что у нас уже трое. Ну, две пилы это не одна. Сейчас будет намного легче мне. 10 000 раз. Вы сможете забить. Бенчик, ну что? А ты меня не видел, что ли? Убирайте. Я кью нашел. А, молодец. Я знал, что ты очень хороший игрок. Три пилы. Смотрите, вот начало было тяжело. Но сейчас будет просто сливаться все. Кто остается последний, тот лучший игрок на планете. Госдума. Дим, 4 пилы осталось. 4. 4 на 4 поделилось. Уже вот, 5. Вот, вот. 5. То смотрите, как все быстро развивается. Фокси! Я поддался. Ё-моё. Я люблю эти отмазки. Я поддался. Нет, ты не поддавался. Вообще, это тупая физика проб. Согласен. А кто остался последний выживший? Или еще двое? Я еще. Ну, какой-то. Я. А, двое. Вот сейчас будет выясняться, кто из вас лучший игрок. Да. А, все, я последний. Все, Угабуга, ты молодец. Только где он? Я не знаю, где он заныкался. Внизу. Он заныкался. Я сейчас найду его. Вот он. А, блин, это пила. Меня нашли. Все, убили. Так, раз Угабуга у нас был... Слышь, ты на меня не вставай. Угабуга, ты начинаешь. Ну все, я в принципе готов. Ну все, давай, мочи нас. Ой, себя. Мне вот интересно, как это вообще... Первый. Вы что, издеваетесь? Я думал, мучиться будет. Ну это повезло ему, видно, какой-то еще, знаешь, там не оклемался. Все, пацаны, нормально стоим.
Здесь тенечки не сильно видно. Ха-ха, я смотрю, как ты головой бил. Ой, головой. Как ты бил. А! Надо вниз, резко вниз, пацаны, я понял. Я же играл за пилу, я теперь знаю, как убегать. Надо вверх или вниз, резко просто уметь перемещаться. Хорошая нычка. Я заныкался специально, что я хочу выиграть. Вот именно я хочу выиграть этот раунд. Сейчас сильно. А Дима выйдет погулять? Не, я не выйду, я не гуляю. Он сегодня занят очень. Да, да, да. Да блин, да ё-моё, да я поддался, блин, я ещё так крякнул. Скорее всего, вскрикнул. Мой персонаж так, ну не обижайся, что это за поза. Ребята, настроение отличное, надеюсь, вы смотрите мои ролики и угораете. Вот в такой позе. Блин, вы угорнёте, как вы видите на записи, как я валяюсь. Ладно, не будем показывать эту точку, пятое место. Будешь. А кто остался? А кто остался? Или всех убили? Плеймарк последний вроде бы остался. Но Плеймарк последний, Плеймарк последний остался. А, я не последний выиграл? Нет, Плеймарк еще был. А, ну, блин, чуть-чуть, да, не хватило мне ума? Ой, да. Это время. Ладно, Плеймарк, давай теперь ты начинаешь. А как наверх туда попасть? Я так и не понял. За лестницей. А, лестницу, я наверх. А! Да ну, блин, да ну, пожалуйста, ну что это фигня, ну, ё-моё. Да ну ладно, ё-моё, ну так тупо сливаться. Ну ладно, зато по-честному. Так, хорошо, я тоже готов всех пилить. Шан, привет. Всё, больше не хочешь наверх, Дим? Не, не хочу. Спасибо тебе за предложение, мне оно не нравится. Так, я так понял, что все внизу зашкерились. Хорошо, спускай. Неправда, неправда. Правда, я всех тут буду сейчас ждать на выходе. Давай. Так, подожди, а тут только ступень. А тут где, получается, ступеньки есть и лестница. А можно еще вот так. А, так как мы пилы, можно со всех сторон вообще. Ну-ну-ну, блин, не успел. Ну ладно, повезло тебе, свою жопу успел заныкать. Слышал. Голова пластиковая! А ты красиво заныкался. А я что, облечу по кругу? Может, кто-то здесь есть? Так и есть. Прикольно. Эй, Данес, ну куда ты? Ну, Денчик, ну что, я тебе дам хлеба. Смотрите, будем идти... Ах ты, блин, смотри, как все тут гоняются с пилами. Ну, да, блин, перепрыгнул. Да ё-моё, во-во-во. Стоять-ка, я говорю. Слышь, я так понимаю, что если постоянно бегать вот так это, то тяжело попасть почему... А вот ты. Да блин, да что ты? Я так за чуваком гоняюсь, прикольно. Вот-вот-вот, ну-ну-ну-ну. Ну блин, ну смотри, а кто ты? Уга-буга, ты хорошо играешь. Так, я тебя вижу. Красиво сальтуху закрутил. Молодчик, молодец. Кто остался? Кто остался? Я всех? Я и Дэн остался. А, все, решающий момент. Тоже из пацанов выиграет. Я поддался. Я тоже поддался. И поэтому самый первый слился. Ой, Дэн, беги. Так, а где они все? Давайте инфу. Ну. Вот тут бегают внизу. Так, на. О, все. Так, кто у нас победитель получается? Уга-буга. Уга-буга, я видел, как ты играл все это время, ты красавчик. Ну теперь мы должны тебя замочить. Не, не замочите. Замочим. Так, так, так. Где же он бегает, пацаны? Инфу. Он внизу. Все. Меня убили. Следующий раунд начинает All TV. Давай, мы в тебя верим, ты сможешь. Ну сейчас смотри, сейчас убью кого-нибудь. Почти. Я буду бегать теперь постоянно, как пацаны все. Я понял, как выживать. Я хочу выиграть просто. Нет, ой, блин, он со всех сторон жужжит. Опачки, красиво перепрыгнул. Может, не надо? Тимах, иди сюда. Ну куда ты убегаешь? На, получай. Отходи, отходи, Фокс, беги! А! Блин, я чуть не подавился слюной. Это было очень смешно. Весело. Ух ты! Блин, ребят, ну я хочу выиграть. Дайте победить когда-то. Не. Ну, пожалуйста, я тебе дам хлеба. А, ну твой, ладно. Блин, пилы, пилы по кругу. Спасайтесь, кто может. Я наверху, короче, пацаны, бегу, как вы и говорили, по лестнице.
Я слышу, как они жужжат. Хорошо, что они издают звук автомобиля. В принципе, можно стоп-сон прожать, но мне в данный момент это не нужно. Я хочу слушать, как они всех мочат. А чё никто не умер? А ладно, забирай свои слова назад. Дэн слил Сильвера. Я хочу выиграть. Пацаны, кто живой? Я ещё. Я. А, у нас еще получается четверо. Отлично. Не догонишь. Ого, они прям по верху там летают. По низу, везде. А! Так, а Фокс уже был живой или мертвый? Да нет. Поймал. Я был живой. А, уга-буга. Последний остался, Дим. Я выиграл? Нет, я еще. Да ну блин, убейте Госдума, пожалуйста. Я очень прошу. Ну ладно, давайте как получится. Но надо, чтобы Госдума умер. Дима, ты где? Я бегаю по кругу в предпоследнем этаже. У меня же черный скин. Я могу вот так сесть за углом круглого дома и сидеть. Вы меня не увидите. А! Есть, я выиграл! Ребята, как классно выигрывать хоть один раз в жизни. А теперь мочите меня. Я вышел. Ну что, давайте. Поиграю с вами. Опа, блин. Больно. Ну больно моему персонажу. Так, хорошо, кто хочет начинать? Давай я. Давай, Денчик, хорошо, я согласен. Будет прикольно. Давай, покажи вещи. Ага. Не-не-не, ты меня, кстати, вот так не поймаешь. Я слышу тебя, ты понимаешь? У тебя звук машины. Дэн убил. А Дэн уже убил одного? Да. Эй, ну тебя нафиг. Я лучше убегу, я тебя боюсь. Эй, отвали! Я испугался. Да отвали от меня, пожалуйста! А что эта кнопка делает? Я так кнопку нажал. Map to Gordon Free... Что? Я вот тут будем стоять. Ах ты! Не попал! С говна! Фокс, уйди. Блин, как же это опасно. Я тебя вижу, Дим. Нет, блин, я чувствовал, как он сзади меня чуть не ударил мне об ноги. Можно вот так бы не хопить, это реально имбово. Нет, на месте вообще нельзя стоять, понимаете? Надо постоянно двигаться. А они оба внизу ходят. Все отлично, пацаны, стоим. Нет, он тупой убил. Так, я слышу... А! Да блин, я уже слышал, ну ё-моё, чё ж я так дёргаюсь? Блин, прикольный режим получился. Гласяк. Ребята, если хотите, чтобы мы этот режим записывали дальше на разные карты, можете даже в комментариях написать, какие карты можно использовать для этого крутого нового режима. Так, кто живой? Я. Жопа бугая. Так, тут никого нет. О, кто? Тихо. Да что за пинг-понг? Я тебе красивый. Я не могу вылететь отсюда. Так, успокойся. Ой, отлично. Ну вот и никогда не случится. Ну, странно, дурачка убил человека. Ну, давай. Стоять, кому я сказал. Так, ну давайте тут кого-то ждем. Так, подожди, а тут... Вот, я вижу, бежит. Так, я его встречаю. Стоять. Хорош, молодчик. Я от тебя не отстану ни на секунду. Ты мой. Я тебя вижу, он внизу, пацаны. Принтрав внизу. Так, подожди. А, все. Я опять один остался. Че, серьезно? Ты один остался или кто-то еще? Не знаю. Уга-буга, ты победитель этого ролика, ты понимаешь? Ты больше всех выиграл. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Okay.